городу чистая вода. Щелковский водоканал приступил к помывке самых больших в городе резервуаров чистой воды. Два накопителя емкостью каждый по 10 тысяч кубометров расположены на территории насосной станции номер 6. Их назначение – поддерживать стабильную подачу воды в часы пик и на случай выхода из строя водоносной скважины. Резервуары промываются поочередно не реже раза в год. После опустошения одного из накопителей, на который ушло 2 дня, специалисты приступили к его помывке. По их оценке, в резервуаре швы не повреждены, подтеканий нет. Пол, стены и потолок находятся в исправном и герметичном состоянии. Помывка сооружений размером в 2 футбольных поля занимает 5 дней. Под напором гидранта смывают отложения, которые образуются при взаимодействии воды с кислородом. Чистые резервуары снова осмотрят на наличие трещин, чтобы на ближайший год исключить попадание дождевых или талых вод. Проводимые работы никак не скажутся на обеспечении жителей чистой водой. Мы имеем возможность отработать эту ситуацию так, чтобы они даже и не почувствовали, что мы переходим с одного резервуара на другой. А в качестве воды, ну, после промывки будут проведены лабораторные исследования, и, естественно, ресурс будет уже более чистый. В случае необходимости водозаборный узел номер 6 способен обеспечить водой 80% населения Щелково. При каких-то нештатных ситуациях, там, плановых работах, отключениях и так далее, потребитель вообще не заметил того, что у него появился какой-то, ну, работает одна или другая ВЗУ, потому что, в принципе, вода со всех источников у нас нормативная и примерно одинакового качества. По концессионному соглашению Щелковский водоканал выполнит реконструкцию самой насосной станции. Она предусматривает замену оборудования, установку дополнительной станции обезжелезивания, косметический ремонт машинного зала. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.